Добрый день, друзья. Взял металлолом, такой вот колокол, 10 сантиметров диаметр, 12 высота. Кто по-китайски разумеет, может почитать. Здесь он с таким вот символом, всеми любимым. Вот. Ну, не знаю, металл не поймут, типа цинка. Взял недорого. Не было тут, по идее, ну, я поглядел, вроде типа ручки должно быть. Ну, ходить, махать им я не собираюсь. Поэтому я что взял? Вот это вот. Вот. Мясорубки. Там гаечка. Что у нас внутри? Шайба, к шайбе привязан, лесочка на леске, от счет, вот этот, костяшка. И недавно взял брелок, я вот не знаю, китайским я не разбираюсь, насколько оно соответствует, не соответствует, символика, ну, что-то из одной и той же оперы. Повесил снизу, типа такой, как сказать, можно подвешать это, но сюда бы хотелось что-то потяжелее. У меня, по-моему, монетка была, но я ее, по-моему, тоже использовал уже. Надо глянуть, монетку я, по-моему, в этой, лягушку восстанавливал, денежную. Вот, ну, вот так вот получается, если подвешать, где-то он будет. Что он самому даже немножко понравился, может, не знаю, подороже выставлю, чтобы, так сказать, загородительную цену. И вот остатки от брелка. Вот, а я думал, зачем он мне брелок, а вот пригодился. Мысль была, типа, костяшку вот сюда как-то привинтить или привязать. Не знаю, ну, мне, в принципе, так устраивает. Ну, такой вот колокольчик буддистский.